строго придерживаемся этого. А ему это побуждение будет. Будем надеяться. Да, да, да. Скажите ему, пускай где-то в другое место фотографируется. А с нами не фотографируется. Ага. Потому что бородобритый не пускает Давид даже в город Иерусалим, а мы небесные идем. У нас вот посмотрите на все тут есть. Так, все там. Бритого отбрили. Это тоже охота, конечно. А подержи, а потом. Или все, а, ну ладно, все. Все ладно, ничего страшного. Да все, пошли. Следующего приезда подождем. Не факт. Или сами поедем. Я не знаю, что. Мимоходом. Симоковский пруд. Да покажем, покажем. Покажем. После нашего обеда, да? Да. Хорошо. Вы увидите, где мы находимся, что делаем, для чего. Там была, говорится, почти лужа. Четверг. Больше метра не было. Сейчас уже 20 метров. Там, которые дороги не было, остановили. Там около метра. Сейчас 4 километра. Рыбу завезли. У нас сейчас будет там 100%. Мне там захватили, сразу 1.5 сантиметра вытащили. Ну, батюшка, это уже все, рыбнадзор приезжал, говорит. Рыбы тогда вытащили. Ну ладно, мы пустили здесь, за лето какие-то. Полиция любит. Разводят, так какие-то небольшие. Во что? Большие это растут, когда они. Из разных районов мы это завезли. Рыба. Это работа. Принято решение восстановления Потеряевки. Знаете, что такое? Нет. О. Это рыба. А? Рыба, говорю, знаете, гальян. Батюшка, не знаешь, что такое рыба? Это самая лучшая рыба. Почти костей нету. Маленькая такая, вкусная. Как анчоус. Ой, он, наверное, вот если бы вы остались здесь, мы бы могли завтра основное место захватить невод и один раз пройти. И повезли бы гальянов домой. Ну перестань. У нас... Нет, только ничего не брать. Сюда надо привозить, а не увозить. У меня голубятни, батюшка, две. Я знаю. Большая статья видел. В нашей губернской газете. У злого человека голуби не живут. Определитель. У нас не живут. Что интересно, я сестре сказал, у старобрядцев, поищи. Она 3 года искала, и ни у кого нету. Потом нашли в Красноярске у кого-то. Я говорю, Боже, еще не съели? Нет, мы вам же сейчас. Так вон мы здесь храм строили, и голуби прилетают, так бабки даже половинки кирпича кидали. Идите на работу, а то платный сделайте. А рябчиков-то может дать? Рябчик? Нет, нет, нет. Нет, нет, обнажите. Уходим. На работу что видишь, когда то план не сделаешь. Уже там все, да. Надо ягод набрать будет, подарок. Съедобно это, да? Это черемуха. Вот что, уже пошла, да? Это здесь амелка, вот там вот. Это съедобно, да? Конечно, честно, съедобно. Не волчья ягода. Да, ну, батюшки, да, ну. Батюшки, да, у нас все, что не... Батюшка или на саманном? Девушки хлопают. Работать надо с его, как мы. Только до кровати дойдешь, и бессонница исчезла. Самое... У меня травма шеи. Самое простое не... лекарство от бессонницы – это работа. Вот мы работаем 12 часов. Мне 83 года. Угу. Я с лопатой, вот он скажет, как работаю с молодежью. Стараюсь нигде не уступить. Я 20 лет пахала бесполезно. Только до постель упал. И как будто бы я не ложился спать. Игнатий, а в 3 часа я должен можно? Уже в компьютер. Ночная молитва, да? Все. Сестры, я поехал. Дай, Господи. Игнатий, тихо.